Лисин. Сам прорывается к воротам и забивает Энвер Лисин. Один, пройдя всю оборону Атланта. То, что должен был делать Ленцюгов, то сделал Лисин. Очень хороший бросок с неудобной руки. Шайба в воротах. 2-5 становится счет. Амур не сдается. И Амур снова забивает в большинстве. Давайте ее выигрывать. Передача опять Максима Соловьева. Гюнге! Отличный пас!